Всем привет, меня зовут Анна, и мы находимся в Лас-Вегасе. Convention WBC. Лучшие моменты в нашем живом сюжете специально для вас. Здравствуйте, Маурисио. Рада вас видеть здесь. Как вы, Анна? Это прекрасный ивент. Ой, спасибо большое. Ваш комментарий. Конечно, я очень горжусь и очень счастлив, очень мотивирован официально провести это мероприятие в честь отца и праздновать вместе с великими чемпионами здесь. А сколько сейчас чемпионов находится? Ну, по спискам 120. А сколько человек вы ожидаете сегодня увидеть вечером? 1600 человек. Большое количество. Какие ваши ожидания на этой неделе WBC? Найти новые пути решения в промоушене. В 2015 году хотим работать в новых направлениях с телевидением, с рекламой, чтобы сделать бокс лучше. Кто, по вашему мнению, лучший боец в этом году? Лучший боец? Много. Их достаточно много. Кто вам больше нравится и почему? Мне очень нравится Головкин. Мне нравится Берман Стивен, Санта-Круз. Невозможно выбрать только одного. Я люблю всех. Спасибо вам большое. Увидимся вечером. Johnny Tapia, ladies and gentlemen. Hello. Good evening. Johnny Tapia was an icon for the boxing world. And he was world champion for many years. He never won the WBC championship belt. And tonight we would like to celebrate his life and ask his wife to please come up to the stage to receive the WBC honorary belt from the hands of the WBC Vice President Charlie Giles. Teresa Tapia and his son and her son Leroy received the WBC championship belt for the recognition of Johnny Tapia, who was a boxing icon. Please receive this belt from the heart of the WBC.
look behind me, 53 WBC green belts. When you see WBC green, one thing comes to mind, and that is greatness. And that's exactly what we're here tonight in honor of, greatness. Let's take a look at the 6G video of the WBC. So I gotta take, these are the guys that I commend. These are the guys that I watched every day when I came home from school. I studied these guys' tapes every day, day in and day out. And I took a little bit from everybody and mixed it all in one, and this is what you got. Woo-hoo! I wanna thank everybody that came out to support this event, and I wanna thank everybody that's supporting boxing. Boxing will live on. This is a sport that I love. You know, I've never worked a job in my life. My job has always been boxing. So I want to thank the media, all the social outlets that made this happen. The Superman family, you guys have been great. To be in the sport of boxing, 18 years into the world champion, 17 years is truly a blessing, but it all started with the WBC belt. I just want to thank everybody tonight for coming out. This is such a positive event. I'm happy to be here. Thank you. Мне здесь очень нравится, очень хорошо организовано и интересно. Посмотрите на этого парня, как он четко выглядит. Лучший костюм этого вечера. Да, это правда, очень модный. Как вы считаете, кто сейчас лучший боксер по версии WBC? Ваше мнение. Я считаю Флойд Майвезер. Он лучший боец в мире. Андре Уорд также хорош. Кто еще?
Чак-Чак Корли. Ну, вообще фантастика. Я впервые на таком мероприятии. И я много слышал от друзей, от людей, которые участвуют в этом процессе, в этой большой семье, о том, что WBC – это что-то нечто, это что-то другое. Это отличается от всего, что есть. Я считаю, что это правда. Я думаю, давайте скажем, что лучший боксер все-таки сейчас Флойд Мейвезер. Он является лучшим боксером на данную секунду. Как вам сегодняшнее мероприятие? Мне здесь очень нравится. Какие ваши ожидания на этой неделе? Мои ожидания? Я здесь на WBC, и огромное количество боксеров собралось в одном месте. И все это будет дальше развиваться и продолжать развиваться. Я в этом уверен. Thank you.